Для многих народов России важны семейные традиции. Вот что об этом говорят лакцы, живущие в Дагестане. Перевести это можно так. Гордость для лакцев – это сохранение крепкой семьи. А так называют жениха. И невесту. Так переводится слово «муж». И жена. А с этой фразы начинается семья. Я тебя люблю. На разных языках об одном и том же. Россия – наша родина.